С начала этой недели улицы областного центра патрулирует автомобиль, оснащенный видеофиксатором нарушений правил остановки и стоянки «Паркон». За первые два дня любителям оставлять авто под запрещающими знаками выписано 150 постановлений на общую сумму более 100 тысяч рублей. Пока «Паркон» курсирует только по центральным улицам города. Постепенно территория, где «Паркон» работает в течение суток, будет расширяться. Поэтому советую всем автолюбителям, всем, кто имеет транспортное средство, если стоит знак, что парковка запрещена, лучше там не парковаться. Потому что может наступить такой момент, когда придет постановление о том, что на владельца транспортного средства наложен штраф в размере 1500 рублей.